счастлив, что мы прошли дальше полуфинале кубка или кубока, как правильно сказать по-русски, кубка, да, кубка. Я думаю, что Сочи не проиграл дома очень долго, если я прав, 18 игр, да? И счастлив, что мы, это команда, которая выигрывала здесь. Мы жили здесь, в Сочи, последние 15 дней, так сказать, и чуть-чуть и устали от этого, хотим домой, но сейчас в хорошем настрою. Три игры на въезд подряд, если считаем Уфу перед перерывом, потом и отсюда из Сочи мы летели в Волгоград, и там обыграли Ротора, и сейчас здесь. Хочу поздравить команду, и сейчас думаем о следующей игре, да. У нас журналисты сегодня по интернету задают вопросы. Сергей Фукс, от него несколько вопросов для вас. Смолов весной разительно отличается от того Смолова, которого мы видели осенью. Что вы с ним сделали на сборах? Смолов не тренировал с нами на сборах. Он был травмирован. Он вернулся там после сбора. Ну, забил два гола сегодня. Это его задача. Он нападающий. И не только его. Там Виталий, Камано, Эдер... Рифат, просто это их задача. Я не хочу сейчас говорить так очень яркое слово, поэтому что надо продолжить так, да. Нормально он в хорошей форме, это очевидно, но надо продолжить каждую игру так и показывать себя и доказывать и себя, и всем другим, что качество есть, поэтому что там было и вопроса по его качеству. А это тоже можно сказать и за каждого другого нашего нападающего. С чем связана расслабленность команды после того, как счет стал 2-0? Это игра копипейст, так сказать, это из Москвы. 2-0, потом пропустили гол просто как нельзя, но... Это первый раз в этом году, что мы играли так, ну, на этой температуре, как сейчас здесь. Поле отличное было, отличное футбольное поле и атмосфера. Да, хочу поблагодарить и нашим болельщикам, которые пришли здесь и поддерживали команду. Это очень приятно, нормально. И это видно, что команде намного легче, когда они за спину командой. Но все равно, что важно, 3-1 результат и двигаемся дальше. Насколько серьезно повреждение у Чарлуки? Там повреждения нет, он просто почувствовал чуть-чуть усталость, и мы предупредили травму. Каково состояние Миранчука, будет ли он готов к Спартаку? Да, он готов, он просто пропустил много, и сейчас, как и другие футболисты, должен просто получить хороший момент, когда может вернуться на поле. Я уверен, что этот момент недалеко, и что он тоже, как и другие футболисты, когда будет такая ситуация, что он будет пользоваться своих моментов правильно, я это уверен 100%. Как оцените календарь команды на концовку сезона? Кажется, что он самый сложный среди претендентов на медали. Согласен. Что-то еще можете сказать по календарю? Согласен, это что мы должны играть по календарю. Что я могу сейчас говорить? Мы сейчас, у нас были три игры на въезд, как сказал. И следующая игра со Спартаком, дерби, а потом есть Ростов, тоже можно сказать дерби. Так, там есть и Зенит на въезд, есть Динамо, Москва. Сложный календарь, согласен, но мы не можем это менять. Мы должны играть по календарю. Так, я никогда не говорил об этом, что нам трудно и что так, было бы легче играть против... Никогда не знаешь, можно быть и легче играть дерби, чем против команды, у которых борьба за жизнь. Особенно на въезд, например.